Ну что ж, ребятушки, рад вас снова видеть. Всем привет. Сегодня у нас долгожданная похота на Донфенге G2, ребятушки, с реверсом. Действительно интересно. Мотор КМ-385, 24 лошадки. Давайте мы посмотрим, как он будет выполнять эту работу на плугах от компании Кёрланд 2 по 25. Что ж, друзья, вот у нас такие плуги от компании Кёрланд 2 по 25. Что я хочу про них сказать, ребята? Честно сказать, это скоростные плуги. Им надо пахать на бешеной скорости. И от этого я, может, не люблю данные плуги. Вы не обижайтесь на меня, ребята. Я говорю, как есть. Они неплохие. Они более-менее неплохо сделаны. Есть свои нюансы. Конечно же, ребята. Если кому будет интересно, могу рассказать все, что нужно поправить в данных плугах, чтобы они действительно были надежны и хорошо работали. Так как в них хватает нюансов. Это правда. Но они пашут неплохо. Тут вопросов у меня нету. Нюансы небольшие. Я, как и говорил, надо поправить срочно колесо, чтобы оно не болталось. Это надо разработчикам сделать, ребят, без обид. Сейчас многие начнут вырезать мои эти видео с Донфенгом. Нет, это должна быть полная правда, ребят, что надо доработать данные плуги. Отвалы желательно еще сильнее изогнуть. Стойки неплохие, лемеха неплохие, но отвалы догнуть чуть-чуть сильнее, чтобы они действительно красиво стелили. Либо приходится чуть ли не нажимать в пол, чтобы она красиво расстилала. Так, плуги реально неплохие, ребят. Ну, что я хочу сказать, что в будущем я ролик сделаю, что нужно поправить в этих плугах, так как есть, конечно же, моменты, которые мне не нравятся. И по-любому этот ролик будет. Так что не будем мы тянуть резину, ребята. Вы посмотрите, как Донфенг справляется с ними. Это просто, ну, для Донфенга это не нагрузка. Поле, конечно же, у нас, ребята, это уже обрабатывающееся. На этом поле брат решил посадить чеснок. Вот, мы ему обязательно запашем. А потом он, ну, мы еще зафрезеруем данный участок, чтобы убрать глыбистость, чтобы легко было садить чеснок. Так что вот такие, ребят, дела. Погнали!
называется «Наша похота». Я надеюсь, вам было это видео интересным и полезным. Паш, что он действительно хорошо. Также со временем мы найдем целину, потяжелее земли будем искать и будем проявлять, как он это делает. Пахали мы все, ребята, на первой передаче повышенной. Действительно, он легко справляется, я ничего не скажу. Работали мы, конечно же, со включенным передним мостом, без нарекания, честно сказать. Ну, что я могу сказать, ребята, он ведет себя идеально. Я не знаю, тяжело говорить про трактор, который действительно по себе уже качественный, по себе не первый год на рынке, и уже люди о нем много знают, и фермера много этот трактор знают, и знают, как он себя проявляет во многих ситуациях. В целом, ну, действительно, бомба. Он неплохо справляет, честно скажу. По расходу, ребята, ну, литр 2,2, 2,3. Он очень экономичный, тут даже вопросов нареканий нету. По надежности пока еще ничего не потекло, ребята. Обязательно мы будем проверять. В конце обзора мы будем выявлять. Если будут потеки, четко я вам засниму, покажу, если что-то где-то потечет. А так как бывает, что не буду вопросов, текет, бывает, с сапуна моста переднего. Это возможно, с сапунов. Такое-то не текет, а такое, знаете, увлажнение есть как бы. Но это возможно. Это, ребята, я, честно сказать, не учитываю, потому что где-то перелили чуть-чуть его мост, или там на большой скорости по трассе прешь, да, образовывается давление минимального, и немножко сапуна, да, вот появляется масло. Так, вопросов нет. Вообще, честно сказать, бомба. Ребята, рад был всех видеть. Подписываемся, ставим лайки, дизлайки, все, что вам нравится. Не забываем от скидка от моего канала на все, на весной, на все трактора. Всех буду рад видеть. Что, пишите в Инстаграм. Пока-пока.